Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Что касаемо влияния летней обрезки на крупность плодов, я как-то говорил, что это позитивно влияет на яблонях, рушах, также на абрикосах, в данном случае на сливе. Летней обрезкой было произведено укорачивание побега, оставили 30 сантиметров, он развился так, что выкинул один побег 50 сантиметров, потом второй, третий, четвертый, и так меньше, меньше, меньше. Значит, вот эти меньшие, которые 10 сантиметров, 20 сантиметров, они в основном плодовые. Весной следующего года я обрежу на один из них, я обрежу на этот. Этот вырежу, потому что он идет как бы внутрь кроны. Иногда я оставляю, если есть большое пространство. То есть укорачиваю. Значит, вот эти вот летние обрезки, когда уже июнь месяц, есть уже плоды, то все силы в основном идут на плоды. Вот это вот слива до 6 сантиметров, 5,5 вот так вот сантиметров, огромнейшая, просто около 100 граммов. То, что осталось, поспешу вам показать. То есть сейчас я вам покажу обычную сливу для сравнения. То есть это все, вот видите разница, это обычная слива, которую вы всегда видите. Это путем летней обрезки можно достичь таких размеров. Всего лишь одна или две операции. Опять же, вот была сделана летняя обрезка. Пошли один большой побег, сантиметров 50, другой 40, третий 20 и много маленьких плодовых, о которых я говорил, что не образуются. Я буду обрезать на один из. В основном это чаще всего третий побег. Все, что ниже, это плодовая древесина. И дерево получается компактнее. Кроны, высота ее около или до 2 метров, ширина кроны пока что 1,10 м, 1,20 м. Потом она слегка округлится. Ну, также вот соседнее дерево. То же самое мы видим, что сливы просто гигантские. И это без всякой химии, просто используем секатор. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.